Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения, с вами Рэй. Сегодня мы поиграем в игру, которая называется Бравл Старс. Ну что ж, поехали, вы просили поиграть, и мы приступаем. Держи свое устройство вот так. Привет, я Шелли, давай-ка соберем эти кристаллы. Зажми и потяни синий джойстик большим пальцем левой руки, чтобы начать движение. Потянул, побежал. Так, собираем, значит, все кристаллы для Шелли. Отлично. А нужно собрать все. Это мои кристаллы. Ну и мои тоже, Шелли, так что не жадничай. Молодец, я знаю. Оу, ты что такое? Роботы, зажми и потяни красный джойстик большим пальцем правой руки для прицеливания. И отпусти для выстрела. Уничтожь всех роботов. Ага. Понял. Ага, вот так вот можно сделать. Слушайте, а я не могу, что ли, их? Могу. Вот и отлично. Правда, как-то то попадает, то нет. О, минус 2 сразу же. Отлично. И последний робот у нас тут остался. Это обучение, ребята, я так понимаю, идет у нас. Отлично, оранжевые полоски отражают количество твоих боеприпасов. Буду перезаряжать, как только смогу, да? Новые цели. Можно нажать на красный джойстик для атаки на ближнего врага. Уничтожь всех роботов. О! Это отлично. Молодчина. Атака врагов заряжает твою суператаку. И... ёпрсте. А сейчас используй свой супер... удар для атаки босса за стеной. Зажми и потяни желтый джойстик для прицеливания и отпусти для выстрела. Хе-хей, проще простого, ну так что ли? Ёпрсте, снесло в хлам его. Ты прирожденный боец. А теперь давай зададим им. Легко и просто. Добро пожаловать в Бравл Старс. Как тебя зовут? А как будто вы не знаете, ребят, как меня зовут. Естественно, естественно, ребят, я неизменный. Так, сыграй один тренировочный бой, чтобы открыть игру полностью. Захват кристаллов. Поганковая пещера. 3 на 3. Хе, вперед из песней. Захват кристаллов. Победит команда первая. Кто, точнее, быстрее соберет, наверное, да? Собери кристаллы в центре карты. Побежал. То есть, ребята, играю я с двумя ботами, и против меня... видимо, такая же команда. Где они? Воу-воу-воу-воу-воу. Получи, распишись. Нет, ты смотри, она сматывается. Где там эта дорогуша? Вон. Эх, жалко, ребят, суперудара нету. Их сейчас бы... накатил бы я ему. Ох, Тихо. Дай-ка я вот этого вот... или вот этого добить. Давайте вот этого добьем. Попытаемся. Ну иди сюда, роднуля, готов? Все, да выделывался. Так, моя... блин! Не успел захватить. Где кристаллы? Я не вижу, ребят, вон кристаллы вижу. Забираем. Так. Скоро у меня, ребят, будет суперудар доступен. И я его запилякаю, естественно. Ну, где вы там прячетесь, эй, олухи? Воу-воу-воу, тихо. Блин, вот это я, ребят, попал. А чё мои-то где-то там непонятно дерутся-то? Синяя команда, обратный отсчет. То есть вы хотите сказать, что побеждают они, что ли? Нет, мы. Мы побеждаем, ребят. Но-но-но-но-но-но-но-но. Хе-хе-хе. Сразу же двоих снесли. Победа за нами? Должна быть за нами, ребята. Да. И такие взгрустнули. Хе-хе. Это вам не семечки лузгать в подворотне. Важное сообщение. Бравл Старс игра бесплатная, но вы можете ускорить ее прохождение с помощью встроенных покупок. Понятно, понятно. Так. Скин в награду. Разблокирован новый скин. Спасибо за игру. И вам тоже спасибо. И... вот так вот. Звездная Шелли. Хм-хм. Вот как раз мне звездной Шелли-то и не хватало, если честно, ребят. Вот.
всю жизнь мечтал именно о ней. Так, ну давайте разбираться потихонечку. У нас тут какие-то новости. Ой, естественно, тут все не по-русски написано, поэтому не будем читать, ребята, эти новости. Так, посмотрим, что у нас в магазине. Так, донат пошел. Очки силы. У меня нет, к сожалению, ребята, никаких гемов. Поэтому пока без этого всего. Я так понимаю, что еще будут герои у нас, да, дополнительные? А, это я могу друзей позвать? Понял. Ну что же, захват кристаллов, поганковая пещера, а мы с вами идем вот сюда. Поиск игроков. Ну, сейчас, я так понимаю, я уже буду с реальными игроками. Ха-ха-ха, погнали. Погнали. Так, надо собирать кристаллы, ребят. Чтобы выиграть, нужно собирать кристаллы. Почему этого не делают мои кореша, я не понимаю. Иди отсюда. О, минус один, ребята. Ух ты! Ничего себе, медвежоночек такой вышел. Ну-ка, дай-ка, у него защита. Бесполезно пока. А, во, забомбили. Ну-ка, иди сюда. Иди, говорю, хиппи. Куда спрятался, типа, да? Типа я его не видел. Так. Вот этих вот нужно наказать, ребят, наказать. Блин, у меня здоровья мало. У меня мало здоровья, ребят. А, ну-ка, вот так вот. Круто. Действительно. Только остается над ними посмеяться. Воу. Так, тихо, отходим. Фига там чувачок с базуки ж бомбашит. Минусанули, ребята. Так, время там подходит к концу, ребят. И мы выиграли. Мы, ребятушки, выиграли. 6 кубков зарабатываем. Отлично, конечно же, идем дальше. Так, звездный жетончик получили. Так, жетон в награду. Играть снова. Блин, кто-то вышел у нас, по-моему. Ага, они все почему-то повыходили. Ну что же, а я что-то заработал. Это что такое? Ящик забрать, конечно, забрать. Покажите мне, пожалуйста, что в этом ящике. Ага, а в этом ящике всего лишь 15 монеток. Ага. Очки силы. Ух, разблокировано улучшение. А какое? Смотрите, ребята, новый рубеж. Боец Нита. Это... Ах, вот моя полоска прогресса. То есть, чем дальше я буду идти, тем круче боец Бул. Крутой чувак, наверное. Тем круче у меня будут персонажи. Слушайте, ребята, пишите мне в комментах свое мнение по этой игре. Если она вам зайдет и понравится, то почему бы нам минуточек 20-30 не порубаться в нее, да? День, да через день. Я думаю, что это будет забавно, наверное. В общем, жду ваших комментов. Ну, а пока мы идем дальше играть. Так, играть. Поиск игроков 6 из 6. То есть, я так понимаю, народу здесь прилично играет, потому что не приходится ждать по 3 часа. И здесь, извините меня, крутой чувак появляется. Жесть. Ребят, а я ж способность не выучил. Вот я дурень-то. Идите отсюда. Дай. Ага. Ой, мало здоровья. Ах ты, плющик, а? Ну, плющик. Ну ты жук навозный, а? Да, ребят, тут какая-то команда, я вам... Да вы посмотрите на них, ребят, они уже прокачаны здесь. Тут, извините меня, били, шпили и так далее. Одного я грохнул, отлично. Не посрамили. Слушай, он ходит здесь, как на своей территории. Не обратил ли ты, родной мой, а? Да? Кончились у меня. Сразу сматывается. Ну чё ж вы не догнали-то, не добили-то его, ёпарсеты. Ну в самом-то деле, эй. Вон он там хиляется. Я на хвосте у него, я попытаюсь. Смотри. О, меня поймали, кажется, ребят. В ловушечку. Нет, я вырвался. Слушай, хорош тут буянить, эй. Да что ж такое, у меня очень быстро заканчиваются, ребят, боеприпасы. Да что ж такое,
Вот оно что, это какая-то турель. Вот оно что. Это была турель, ребят. Поэтому она и бомбила тут без остановки, можно так сказать. Нет, ты родной... Родной, хотел сказать, зря, не зря. Ой, собирай кристаллы быстрее, мои кристаллы собирай. Должны выиграть, ребята. Фух. Мы же выиграли, ведь так? Да. Несмотря на то, что у них тут были крутые перцы, а мы играли тремя новичками, мы вздрючили эту команду. Вау, я получаю ранг 2. Можете меня поздравить, ребята? Ну что же. Так, все под вопросом думают, выходить им или не выходить. Согласился, один согласился. Слушай, мне надо, ребята, наверное, посмотреть, какие здесь есть улучшения, как, что я могу вообще сделать. Бойцы, улучшить. Так, улучшить. Смотрите, звездная сила, контузия. Можно найти в ящике, когда Шелли достигнет 9 уровня силы. 9-го! А у меня только лишь 1 уровень силы. Ну что ж, повышаем силу до 2. Отлично, еще могу даже сделать. Во! Нормулька, здоровье немножко подросло. Урон от выстрела, естественно, тоже подрос. И, естественно, ребят, я выбираю... Ага, тут можно купить персонажей за гемы. Ну, мне пока нравится и Шелли. Это начальный боец. И довольно неплохой. Так, что у нас тут в магазине? Что-то моргает. Показывает, что я что-то могу себе взять или открыть. Но почему-то ничегошеньки нету здесь, ребят. Видите? Выберите бойца для получения очков силы. И кристаллы, да. Ничего нету, ребят, в магазине. По крайней мере, бесплатного нету. Ну что же. А мы с вами отправляемся дальше. Слушайте, ну довольно прикольно. Я вот единственное надеюсь, что здесь будет все-таки новая какая-то карта. Новые режимы. Поехали. Как же мы все-таки медленно передвигаемся, а, елки-палки. Иди отсюда. Так. Ага, они прячутся. Они прячутся. Ладно, ребят, надо их атаковать. Да, атаковался. Да я же вижу, что ты в кустах в этих спрятался. Что ты... Ой, у него урон-то намного круче, чем мой, ребят. Все, на один выстрел буквально меня и хватает. Ну, атакуй, атакуй, атакуй. Да куда ж ты... А, ты хиляешь? Ты умеешь хилять? Ну, спасибо тебе, дорогуша. Так, ребят, мы пока на первом месте. Я где-то там сзади ковыряюсь, ничего не могу толком сделать. О! Пошел прогресс. Там что за возня-то такая? Родные мои, ну-ка давайте вот этого вот лысенького... Куда он тут? Он, я знаю, что он здесь спрятался, вот он. С двух сторон, чувака. Ну-ну-ну, добей, 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 добей. А, это же не мой, елки-палки, это же враг. Я кричу ему, добей. Ай, блин. Да-да-да, я кристаллики собираю. Ребят, если меня подобьют, 9 кристалликов вылетит с меня. Я не должен подставляться, вот честно вам говорю. Практически полбанка я несу в себе. Так, и, ребят, как вы видите, мы идем к победе. Да, у нас 14 кристаллов на руках, и мы выигрываем. Фух. Ну, разве это не красота, ребят? Я ж прям... А, нет, это не я, ребят. Я уж хотел сказать, я звездный игрок. Нет, это, видимо, лучший игрок, который был вот в этой игре. Оксикуракс. Ох, назвался. Ну, а я... А я на втором месте, по ходу дела, да? Ну да. Ну что же. Эх, чуть-чуть не хватает, ребят, чуть-чуть. Ладно, ничего страшного. Мы с вами перейдем сегодня на ранг 3, это обязательно. Поехали. А, вот у нас еще тут монетки, жетончики растут, ребята. Как будет соточка, мы сразу откроем с вами вот этот чемоданчик. Поехали. Не будем, как говорится, откладывать все в долгий ящик. Та-да-да-да, Стефана. Инкуда какая-то. Эй, не надо только тормозить. Чё так... Ребят, что с управлением? А? Что с управлением? Ну-ну-ну, Мишку-то вот этого вот. В костюме Мишки-то. Где-то здесь ползает. Вот он. Я его прощупал. Есть, мы его зашкерили.
Куда ты там, эй? Припух совсем, смотрю. Не подставляемся. Блин, сам чуть не погиб. А говорю всем, не подставляемся. Слушайте, а тут-то что-то уж больно жестко как-то разбор идет. Меня сейчас накроют. Кто там так бомбит-то по жесткачу? Я что-то, честно говоря, не вижу. Каких-то тут особых таких сильных. Такие же, по-моему, персонажи. Вон, бомбочка какая-то летит. Да куда ж ты стрельнул-то, Рей? Ну что ж ты? Мы проигрываем. Причем довольно крупно. Мне здоровья мало. Мы проигрываем. Ребята, 4 жетончика против 7. Ну, конечно, ага. Как бы не так. Медведь допек меня просто. Да ну, я не могу понять, кто там так жестко бомбит. А, вон она, хламонище это. Красная команда выигрывает, естественно, ребята, выигрывает пока. Но мы навряд ли успеем отыграться. Ну, че это? Вот смотрите, ребята, в моей команде какие-то... С медведями, и они думают, что они крутые. На самом деле, мы прекрасно видим, что чушь полная. Абсолютно никакой крутизны в них нету. В этих героях с медведями. Ну! Хотят меня подбить, хотят кристаллы мои забрать. Бой окончен. Да, тут мы проиграли, блин. Причем с таким отрывом. Ну что это такое? Ё-моё, я не знаю. Хотя у них такие же. А, ну так вы сравни, смотри. Подожди, а как тут можно... Узнать, что они лучше. Ну, по крайней мере, ребят, по ударам было видно. Они какие-то и бомбы бросали. Там еще что-то у них выходило. С этой командой мне неохота больше играть. Я лучше возьму другое. Другую команду. Надеюсь, мне повезет на этот раз. Потому что, ну, не нравятся мне эти медведи. И опять мне, достаются эти самые говнюки. Да что ты будешь делать-то с ними? Блин, вот повезло-то называется, а. Вот называется, мне, блин, повезло, да. Я, конечно, буду тут стоять. Где этот ракетчик? Где-то здесь ныкается. Вот он. Подбили? Подбили. Отлично. Так, отходим, здоровье, здоровье, здоровье. Восстанавливаем. У нас 5, ребята, гемов. Так, тихо, не надо, не надо. Вон она, я вижу. Давай, родной! Так, гемчик я подобрал. Куда ж ты побежал-то? Иди, вернись к папочке, ёпарасты, вернись, говорю, к папочке. Ну-ка. Ай-яй, я тебе сейчас дам, ай-яй. Вот тебе и ай-яй, готово. Сматываемся, не надо подставляться, ребят. О, с базукой такой бежит. Уйди от меня. Молодцы. Не, ну слушай, ну вот эти вот тоже с медведями, ну как-то они играют здесь поэффективнее. Может, они просто получше, покрепче. Так, вот этот мишка мне не нравится, он идет за мной. Фух, промахнулся чувачок. Да, смотри, за мной бежит. Охренушки тебе. Вы проиграли, лузеры. Сам недавно был лузером. Так, тут у нас какой-то кореец, китаец. Ну, в общем, ребят, в любом случае они проиграли, а мы-то выиграли. Фух, ранг 3. Тяжело было, но мы достигли цели. Так, давай-ка посмотрим, дадут нам или не дадут. Жух! Ага, я готов открыть и посмотреть, что в нем. 66 монет. Так, очки Шелли. Плюс 4, да? И куда мы с вами их можем потратить? Подожди, мне не хватает энергии, да? Нужно 30 для того, чтобы сделать следующее повышение. Ага, понял. Блин, ну это долго. Это долго. Так, а это что такое у нас здесь? Забрать боец Нита. Хе-хей. Награда. Пути к славе. 1 из 7 бойцов. Нита атакует врагов волной энергии. Ее супер призывает огромного медведя, который сражается рядом с ней. А, ну ее супер удар, они хотели сказать. Ё-моё, ящик мне еще дали. Ну и что здесь? Так, монетки. И еще очки силы. Все равно мало. Оу. Даже
Даже в Ниту входят? Понятно. Новый рубеж. События столкновения. Слушайте, это по ходу дела будет новая карта, да? Или нет? Надо обязательно, ребята, до сюда попробовать дойти. Так, что у нас тут по бойцам? Слушай, они сказали один из семи бойцов. Так тут их нифига себе семь. Тут в разы больше. Может быть, пока семь доступно? Один из двадцати, ё-моё, посмотри. Даже два из 22. То есть еще 20 бойцов. Ну это круто. Так, ладно, в магазинчик. Опять они мне показывают в магазине. О, бесплатно. Бесплатно я люблю. 20 монет и 4 очка. И тут 5 очков. Слушай, я медвежонка, наверное, брать не буду. Или стоит взять? Нет, не буду я его брать пока. Мне пока так нравится. Мне нравится Шелли. Слушай, ну вот здесь вот что? Погоди-ка секунду, ребят. А, вот, я могу взять. А, тут еще и можно облики им поменять. Ну, естественно, опять же, за гемы. Ладно, ребят, я выбираю все-таки Шелли. Вот такую бы я хотел бы себе. Не, или вот такую вот. С таким вот видочком. Ну, ладно, ребят, не будем тут задерживаться, да? Поехали! Фух! Тряхнем, как говорится, стариной. Захвати кристалл. Я понял. Ага. Ну, в общем, сервера тут, ребята, мировые. То есть, все играют. Китайцы, и корейцы, и вьетнамцы, и монголы. Ну, что они там все в куче? Давай, бомбим туда. Воу, это какой-то сейчас, ребята, такой чувак был. Крутой. Видать, донаторский. Ну, если... Ну, а куда же, ребятушки, без донатеров-то? Ёпа, РСТ. Ну, куда, а? Иди сюда, лучник, хиручник. Я тебя сейчас вздрючу. Ну! Да куда ж ты стрельнул-то, Рэй? Ёпа, РСТ, ну! Глаза-то раскрой! Ай, жук ты, а. Ладно. Тренировка, будем говорить, что это пока еще тренировка. В общем, ребят, самое главное здесь держаться возле вот этого вот колодца, из которого выпадают гемы, и их поднимать. Ну и, соответственно, не гибнуть, чтобы не растерять все гемы. Иначе это будет золотая жила для врагов. Блин. У-у-у, вот тебе, у-у-у, промахнулся я, елки-палки. Вот так вот. Воу-воу-воу, с гранатометом. Куда? Ну-ка, давай. Ну! По-моему, подбили. И это хорошо. О, что это, мина? Ого. Ты посмотри. И сразу хватает, а? Сразу хватает бомбочки. Тьфу, бомбочки, гемы. Снес его нафиг. Обратный отчет, конечно, обратный отчет. Давай вот это вот нахлобучили. Так, давайте гемы все заберем здесь. У нас преимущество, причем довольно неплохое. Вот это суперудар, да. Своими снарядами тут распылялся. А если я... Понравилось? Отлично, ребята, мы здесь выиграли. Почти в сухую. Так. Почему я не могу стать звездным игроком? Ядрен батон, а? Вау, 4-й ранг получаем. Хе-хе. Фух, какой ждем остальных? Не, я хотел выйти. Каких ждем остальных? Твою дивизию, зачем я нажал, ребят? Надо было на выйти нажать. Ждем остальных. Все, остальные не прибыли. Ладно, хорошо. Придется еще, ребята, боечек один сыграть. Ого, что это за... Что это за герои там? Так. А ну-ка. Там какой-то лысый дед. Мне очень нравится, что они... Неужели не понимают, что мы их видим? Стоят-то в кустах, шкерятся. Опа! Фига ты, чувак, там... Даешь-то, а? Тихо. Да. Да это же мой, ё-моё. Стреляю, охочусь. Молодцы, ребята. Смотри, как разобрались вы с ними. Красавчики. Так, динамит мне здесь не нужен. Ой-ой-ой, я отхожу. Вот так вот. Но не подбил. Ай, убегает, ребята. Ой, убегает от меня. Ну, давай его здесь прижучим. Готов. Олух. Так, надо сматываться. Здоровья мало, слишком мало здоровья. Так, обратный отчет. Пускай идет лучше обратный отчет. Они все-таки подбили нашего
нашего компаньона. Воу-воу-воу. Они решили так вот, да? Все суперудары потратить свои. Ну ладно, я тогда тоже сделаю. Хе-хе. А теперь остается только их добить, ребят. Вот и все. На, гаденыш. Как ты успеваешь отхилиться? Я не понимаю. Ну что, ребята, изи. Да, победа наша, наша, конечно же. Давай его накроем. Блин, не хватило чуть-чуть. Фух, но все-таки. Да опять я звездным не стал, да что ж ты. Я стараюсь, стараюсь, и у меня ничего не получается. Ладно, выходим и смотрим, что я заработал. Ага, я понял. Тут еще рано. А вот это уже интересно, забрать события столкновения. Новые события. Штольня. Это вам, ребят, не хухры-мухры. Одиночные, парные. Хм. Слушайте, ну у меня нету никого пока, кто бы со мной согласился поиграть. Придется мне в одиночку идти в эту штольню. Эх, штольня, штольня. Ну давай, поехали. Мне же интересно посмотреть, что это за такой уровень. Штольня. Так. Каждый сам за себя? Ха-ха, это прикольно. Это я люблю такие режимы. Так. Лишь бы не попался мне какой-то... А вот это что такое? Смотрите, ребят. Что-то можно такое вот взломать. Если успеешь, конечно. Воу! Отвали! Что это я получил такое? А, собирай кубики усиления. Понял? Иди сюда. Да-да-да-да-да, конечно. А если я еще? А? Блин, он здоровый, он жирный. Он жирный поезд пассажирный. Иди сюда. Иди сюда, на кукан. Гаденыш. Я знаю, что ты там сидишь. Слушай, ну это проблематично. Давай-давай, вот этого нахлобучим. Есть! Кубик мой, я сказал. Ой, у меня здоровья мало. У меня мало здоровья. Слушай, а что это за ядовитый газ такой идет? Может быть, зону... Ах, вот оно что! Здесь как в Памбе. Получается, наша территория все уже и уже. Я видел чувачка, у которого мало здоровья. Он прячется вот здесь, ребята. Он захотел меня подловить, да? На-ка, выкуси-ка, дорогуша. Чё это? Что там? Слушай, неужели я вот с этим хламоном останусь? Все такие, знаете, шкерятся по кустам. Я знаю, что он идет ко мне. Слушай, а если я вот так вот? На, гад, получил? Блин, у него здоровье, по-моему, в разы больше, да? И он, по-моему, остался... Нет, не один. Тут еще вот остался. Давайте вы друг друга перебьете просто-напросто и все. Или я добью, заберу кубики. Так, погоди секунду, он же меня видел, что я здесь. Территория-то все уже-уже становится, ребят. Только бомбани, я тебе сразу бомбану в ответ. Слушай, может они вдвоем против меня, блин, тут, а? Кубик мой! Да какого ж лешего, перезарядки-то нету. Еее! Как-то. А что случилось, ребят? Какое поражение? Я же выиграл. Нет? Эх, печалька. Я думал, что я победил. А почему-то поражение было. Ну да ладно, ребята. Ух ты! Забрать, конечно, заберем. И тут монетки, понятно, и очки силы. Да, с очками силы тут, конечно, осталось предметов один. Ага, вот так вот, понятно. Новый рубеж. Ну что, неплохо, мы сегодня, ребят, порубились. Новый рубеж, потом события дня, потом это, потом... Хо-хо-хоу. Ядрен батон, тут еще жесть. Ты представляешь, у кого-то вот такой чувак есть. Это сколько же тут надо было пройти? О-о-о.
Ну что ж, дорогие мои друзья, давайте мы на этой ноточке с вами закончим эту игру. Всем большое спасибо за просмотр. Если вам понравилось, вы знаете, что делать. Ну а с вами был Рэй. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.